Напомню вам, что непонятно. Так, раз-два раз, всем привет. Как дела? Надеюсь, всем все видно, всем хорошо слышно и. Привет, ребята! Привет! Как Новый год отметили? Расскажите нам эту историю. Я надеюсь, все было просто замечательно. Все супер. Ну что, начинается у нас стрим Морутопии. Давненько мы не играли, уже сколько? Две недели, но перед этим мы поиграли довольно много. Мы целых 4 часа посвятили на позапрошлой неделе мы не смогли стримить, потому что был Новый год. Но технически я не мог стримить, потому что был Новый год. Вы-то могли, наверное, и посмотреть без проблем. Вот, так что, ну, Новый год, новый стрим, первый стрим в этом году, и это очень ответственное дело, я вам скажу. Да, уже много народу собралось, и давайте еще чуть-чуть мы подождем, буквально 2 минутки, пока поговорим, что у кого как дела, почитаем комментарии, сидя за компом. Да, вот я тоже люблю пожрать, сидя за компом, особенно что-нибудь там включить интересное, например, там сериал какой-нибудь или видюшку посмотреть, очень интересно. Так бывает. Так. Да, технически не мог. Технически. Чисто технически не мог стримить. А так-то все было нормально. Да. Новогодние чудеса, ребят, сбываются. Такое бывает редко, но вот раз в году. Не, ну, Мор можно скачать, вот реально. Мор это первая игра с, скажем так, российского производства, действительно, которую не хочется выкинуть в трэш после 5 минут игры в нее. То есть все игры, сделанные в России, ну, большинство, да, я не беру квесты. Я уже об этом говорил, я не беру, допустим, квесты. Квесты хорошие, да, там Петька, Ванька, все остальные пацаны, которые там были, они, наверное, интересны для кого-то. Но в большинстве своем шутеры, ну, стратегии еще бывают неплохие. Стратегии неплохие, но так в основном все, что связано с играми от первого и третьего лица, полный шлак. И что и подтверждает, кстати, нам Postal 3, который вот скоро уже совсем выйдет, тоже еще то дерьмище. Ну что ж. Это не я сделал себе смайл. Я не делаю смайлов на инфогейме. Это все вопросы к Максу или Олегу. Вот они-то этим и занимаются. Postal 3 уже вышел? Уже вышел? Странно, в Steam он недоступен. Его невозможно купить в Steam. Ну, может, это просто для России. Ну и что, кто поиграл в Postal 3? Он замечательный?
фигня. Да, одно слово — фигня. Кадроп, да, я играл в Кадроп, прикольная вещь. Там про монстрика. Но я там на каком-то уровне засыпался, на какой-то коробке, я уж не помню. Не смог пройти, собрать все три звезды, довольно сложно там все сделать. Ну и особо я как бы так не, скажем так, задрачивался в нее, поэтому... Один балл от игромании. Да, видимо, не заплатили им, если они поставили один балл. Так-то обычно им на лапу дают и... Postal 3 игра года. Да, Uncharted 3 не слышал, да? Да, пацанам выделили деньги, сказали... Ну, точнее, Акела выделил деньги, или кто там финансировал уж этот Postal 3. И все эти деньги были пропиты. Потом они взяли движок San Andreas, поменяли там модельки и выпустили Postal 3. Замечательно. Замечательно. Ну что ж, начинаем. Вроде бы уже все собрались. Я уж не помню, какой день. По-моему, 7-й. День был 8-й. 8-й уже день? Ничего себе. 8-й день, ребятки. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел. Ладно, играем. Собрались, потому что, ну, 8-й день — это проблема, это беда. Будет очень много заразы, всякой фигни. Вот. Ну, главное, что нам вот рабыню прислали, и больше мне, в принципе, ничего не надо. Только пока похавать бы что-нибудь, и было бы супер. О, жратвы-то дофига вообще. Так, орехов всяких. Орехи мы жрать не будем, ребят. Мы будем жрать свежее мясо. Хотя логичнее было бы свою рабыню использовать, чтобы она нам что-нибудь приготовила, но... Ладно. Не будем этим заниматься. Сохранимся и посмотрим, куда нам там идти, что там за письмо. Письмо от младшего Влада... Бакалавр. Исключительная дрянь течет из термитника под угрозой ваше доброе имя и даже профессиональная честь. Письмо от вашего Влада. Ну что ж, к нему и зайдем тогда и посмотрим, чем он занимается. Заодно купим у него... Ой, замечательно. Замечательно вышел. Просто идеально. Хорошо, что сохранился. Хорошо, что сохранился, ребят. Потому что были бы сейчас проблемы, опять зараза это лезет. Ну, отвратительно просто, отвратительно. Так, еще раз. В этот раз я на это дерьмо не куплюсь. Зато дерьмо купилось на меня, это что такое? Она стоит прямо около входа, надо как-то обойти ее. Да, в Бэтмена. Бэтмена я уже прошел полностью, все загадки там тоже нашел. В принципе, ничего сложного, даже без каких-либо подсказок можно там все это... дело решить, разрешить, и проблем там я особых как-то не нашел. Бэтмене игра довольно интересная, но мне кажется, она всего, ну, максимум на неделю. Неделю больше вы в нее играть не будете, мне так кажется. Вот так вот. Да, я уже стал профессиональным убийцей крыс. Так, младший Влад нам нужен.
Младший Влад — это как старший, только младший. Я, по-моему, так уже шутил, но я не помню. В любом случае, после Нового года все шутки обновляются, и они считаются новыми. Так что вот так вот. Так. Ну что тут? Знакомые персонажи. Но мне нужны бомжатники, которые меняют воду на бинты. Потому что я не могу их найти. Видимо, где-то они попрятались. Знают, что я много воды притащил и не хотят со мной общаться. Но, ребят, вы не волнуйтесь. А, ну да, я же забыл одеться. Вот теперь другое дело. Теперь я чувствую себя человеком. А это откуда тварь взялась? Из зараженного района, что ли? Какого хрена? Я не в зараженном районе. Да что такое? Почему? Я был не в зараженном районе, просто полезь взяла и напала меня. Как все-таки умная она действует. Так, хорошо повышает иммунитет. Я что-то не помню. Здоровье нормально, иммунитет нормально. Инфекцию надо убрать. Усталости, как эта гадость прибавляет, офигенишь. Так, ну привет, младший Влад. Трянь-то течет. И опять же, ваш визит термитник. Лучше сразу скажу, лучше сразу с этим покончим. Что это за дрянь? Окей. Короче, ребят, что произошло? Значит, пацаны смекнули, что если вырывать сердца у всех подряд, а потом варить их в большой кастрюле, то можно изобрести панацею. Чем они, собственно, сейчас и занимаются в этом термитнике. Мне осталось узнать, это основной квест или нет. Но у меня вообще даже... Нет, это другие дела. Задача дня еще не ясна. В
термитники. Та-та-та-та-та. Ну что, пойдем в термитник тогда, раз уж у нас больше нет вариантов. Да, я и говорю, наркоманы. Наркоманы. Только они могли этим заниматься. А, черт, тут заражённый район. Я забыл карту взять. Да, ну, ребят, у них каждый день новая забава. Вчера они гадали на внутренних органах, сегодня они... Вы слышали? Завтра здесь будут военные. Вот, значит, ой, что это было? Это что такое? Зачем? Когда я отдаляю карту, появляется вот это вот дерьмо. Это что такое? Да, отвратительно. Потому что на это смотреть не хочу. Так, нам нужно в термитник. Хотя тут очень много отболевших районов. Да, Каина в этот день попали у нас. Театр тоже заражен. Но все самые такие крутые места у нас заражены. Заражены. Очень жаль. Но зато место, через которое мы пройдем, не заражено. И это меня очень радует, ребят. Потому что... Я не хочу связываться с этой заразой. Да? Ну, кстати, да, чем-то похож. Чем-то похож. Жерло. Ну, типа, да, тут мозг. Тут... какое-то дерьмо и больше всего дерьма в заднице. Ну, в принципе, логично. Логично, что он спроектирован по типу БК. Что-то такое есть. Да-да-да, я только что это сказал. Так. Что-то мне не нравится этот зараженный район. Не хотел я через него идти, но больше прохода я почему-то не увидел. Так, уже 9 часов, письмеца еще нет. Но я слышу, что ребенок плачет где-то. Не люблю плачущих детей, потому что они... Так, заразу будут мне натолкнуться. Потому что они плачут. В принципе, логично, да ведь, ребят? Откуда снимок БК? Да я просто отдалил карту, и у меня почему-то выскочил снимок БК. Хотя я его не заказывал. Блин, ну интересно, тварь. Мразь, дерьмо. Ой, прошу прощения за подробности. Немножко опять заразился. Ну, это ничего страшного. Ничего страшного. Где-то у меня была тут наркота. Ой-ой-ой. Да ты смотри, вообще... Иммунитет весь скосили. Твари. Твари. О, смотрите, еще пишет. О боже. Нет. Нет. Крыса меня ударила. Гадина. Да. Нормально, мы уже тут съели. ХП. Точнее, не ХП, а иммунитета мне сожрали. Хотя на иммунитет, мне кажется... Да ты-то откуда? Посмотрите, на каждом шагу болезнь уже. Просто на каждом шагу. А что дети делают на складах, я вообще не спрашиваю. Что у тебя есть? Наркота и фигня, да? Нет, твое дерьмо я покупать не буду. Так, ну-ка, что у тебя? Ага, патроны. Патроны я люблю. Так. По-моему, этого не хватит. Да, это слишком много. Но вот этого должно хватить ровно. Четко. Четко. Так. Нужно посмотреть по оружию. О, кстати. Вот этого пацана можно починить. Это самое оружие. Mm-hmm.
Немножечко заточим. Все, хватит. Так. Но я надеюсь, что в термитнике на нас не нападут, потому что бакалавр это все-таки врач, а на врачей нападать нельзя, насколько вы помните. Это такое, знаете, табу. Для этого, кстати, многие люди идут в институты, чтобы стать врачами, чтобы их, допустим, не били лишний раз. И делают правильно. Руспик, он такой парень, он где внутренности, там и он, знаете. Он немножко маньяк, что ли. Ну, под прикрытием, конечно, того, что он хочет спасти весь город. Так. Да, он просто любит гадать на человеческих внутренностях. Это вполне нормально. Если вы Гаруспик, то для вас это просто работа, а не развлечение в первую очередь. Странно, что тут какие-то ребята стоят. Кстати, можно у них попробовать что-нибудь выменить. Тут же зараженный район, вот они и стоят. Точно, точно. Так, привет. Что есть? У меня-то у самого ничего нету. Ну, вот мясо бы я купил, но вот мне за это мясо нужно очень много пацанов наубивать. Мне, по крайней мере, кажется. Не понял. Это что, не вход? А где вход? А, это врата скорби, а вход, наверное, вот тут вот. Я не знаю, где вход, я никогда здесь не был вообще. А, точно, у меня же термитник. Но я все равно не найду даже вход в термитник. Так что не волнуйтесь, ребят. У нас предстоит долгий стрим вместе с вами. О боже. А, это же червяк. Я что-то червяка испугался. Зачем они жгут коров? Или что они делают? Тут огня никогда не было. Эй, братюнь. Ты черепашка ниндзя, что ли? Что за бред? Короче, вот эти вот пацаны, червяки или черепашки-ниндзя, называйте как хотите, устраивают тут бои насмерть, просто-напросто, посередине города. И правительство просто закрывает на это все глаза. Но я с ними соглашусь и тоже закрою на это все дело глаза, потому что это меня не касается. Хотя пристрелить этого вонючего червяка для меня расплюнуть. Так. О нет, там Деметр.
15-й ангемента. Все, улетел. Дементор, дементор. Ты опять летишь, что ли? А, нет, это просто ловушка дементора, так называемая. Так, где вход в бойню? О, боже мой. Термитник я вижу. Наверное, вот где-то или здесь, или вот здесь. Вот. Да, степная культура действительно такая степная. Так, тут отболевший район. Дальше потом налево. Наверное, вот здесь вот. Как бы гопник какой-нибудь на нас не напал. Да, вот скорее всего это и есть вход. Как его замечательно тут спрятали. Э, ребят, вы что тут делаете? Так, нам нужно посмотреть. Термитник нам, наверное, вот сюда вот. Вход. Ага, закрыто. Значит, не сюда. Посмотрим, что здесь. Не хочу, чтобы на нас напали. О боже. Ты нападешь на меня? Утырок. А ты... Ребят, я не хочу, чтобы вы на меня нападали. Я всего лишь бакалавр. Такой же, как и вы, только бакалавр. Не надо меня трогать. Что здесь, мать вашу, происходит? О боже, они убили червяка. Ну ладно, посмотрим, что у него за лут. А, это он просто болеет тут, понятно. Он не умер, ребят, не волнуйтесь. О боже, этот что бежит? Нас убивать? Что это такое? Что здесь происходит-то вообще? Куча трупов. Куча червей. И похоже, у меня не осталось здоровья, усталость на середине, иммунитет подломан, а я только в начале дня. Ну, это замечательно. На первом этаже, ну ладно, поищем Гороспика, я не знаю, где он находится. Вот эти пацаны плачут черными слезами, посмотрите. Посмотрите, он плачет черными слезами, я вам отвечаю. А может, это битые текстуры, кстати, тоже возможно. Так, Гороспик, ты где? Ты где, Гороспик? Что ты прячешься? У входа есть коридор, в котором Гороспик. Окей. Я бы сказал, что он не эмо-бой, я бы сказал, что он эмо-мясник. Ну, тут и мясо, конечно. О, Гороспик, привет. Ты, я вижу, развлекаешься уже тут, да? Рана болит.
Так. Это бонус-квест. Так что выполнять нам его пока не нужно. Но в принципе просто дойти до дома и проверить кровь, по сути. Так, теперь ищем тех пацанов, которые там жарили кровь в котелке и варили из него. Не, ребят, хватит. Я уже наговорился в свое время со всеми червями, со всеми вот этими пацанами, мясниками, гаруспиками. Все, хватит, реально. Я их буду просто стрелять. Кто не уважает закон, кто не уважает бакалавр, тот получит пулю в лоб. Вот и все. Вот и все. Да, ребят, хватит. Потому что во всех играх, во всех квестах нам предлагают работать каким-то посыльным, выполнять какую-то грязную работу. Я не хочу выполнять грязную работу. Это моя игра. Все, я буду стрелять. Без с предупреждением, без него. Не пофиг. Реально, ребят, хватит. Сколько можно уже это терпеть? Хватит это терпеть. И правильно Жириновский говорил. И он именно апеллировал к игре по типу Мордопи, где мы ходим и просто выполняем чужие приказания. Да, по сути. По сути своей. Но нас... Вон там огонь, кстати, горит. Может, они там тусуются? Не, вряд ли. Давай посмотрим все... все эти... все комнатки. Это что такое? То, что... большие мешки с... с чем они, интересно? С мясом, что ли? Чем они тут занимаются? Они скидывают... А, вот, кстати. Сохраняемся. Они скидывают очень много мяса в эти мешки, а потом ждут, когда кровь сольется, что ли? Чем они тут занимаются? О, привет, ребят. Как дела? Это Валера. Так, ладно. Кто из них главный? Сейчас мы с ним переговорим. Привет, ты во... Так. Не заговаривай мне зубы, Морлок. Да, походу бакалавр переиграл World of Warcraft. Переиграл. Валера, настало твое время. Так. Всего 30 тысяч, но тебе дадим бесплатно.
Да. Ну и дерьмище тут происходит. Так. Так, что теперь делать? С младшим... Наверное, с младшим Владом сейчас надо поговорить. Выяснить у него все подробности. Скандалы и триггера с детства, где я все удивил узнать и... Да-да-да, и кровь заодно проверим. И заодно, кстати, поспим, потому что... Усталость, здоровье заставляет желать лучшего. Сколько время? 11:30. Я думаю, часа 3-то мы можем себе позволить. Как вы думаете, ребят? Основного квеста еще нет. Поэтому как бы... Виноваты сами ребята, кто не присылает мне основные квесты. Хотя, в принципе... Ну-ка дай сюда. Мне нужна одежда, мотоцикл и вот эта тряпка. Спасибо. Вот. Кстати, интересно, в отболевшем районе работает магазин с продуктами? Работает. Привет. Что есть? Смотрите, как дешево. Вяленое мясо всего за 310. И, конечно же, возьму вяленое мясо. Вяленое мясо, оно как обычное мясо, только вяленое. Так. Давайте-ка лучше через Рубина пойдем. Вот что мне кажется хорошей идеей. Потому что... А, кстати, давайте, может, еще пару домов вскроем, раз уж мы тут неподалеку, знаете ли, зашли по пути, так, знаете... Отлично. Так. Что тут есть? На второй этаж я даже не буду подниматься, потому что там опять бешеная баба может быть. О, у меня инвентарь переполнен. Блин. Очень жаль. Очень жаль, надо бы что-нибудь выкинуть. Это что такое? Это у мертвого патрульного. Инвентарь забит. Так, ну давайте скинем вот эту фигню. Керосинчика заправимся лучше. Так, что еще есть? Сохранимся. Какой-то не очень удачный дом, вообще практически ничего нету. Ну тогда все самое вкусное на втором этаже. И скорее всего еще парочка баб. Ай-яй-яй-яй. Чтоб тебя? Из тебя окно сбилось. Так. Прошу прощения. Оу. Она тут! Охрана, на меня напала баба. Помогите. Реально, бабы опасны, когда они надевают повязки и коротко бреются, ребят. Реально, держите карман на замке, потому что... А еще и лучше рот держите на замке, потому что... Эти бабы, они... О, так у меня патронов нет. Замечательно. И почему ты мне не сказал, уважаемый бакалавр, что у тебя нет патрона? Я же тебе покупал один патрон. Неужели ты его уже потратил? У меня что, вообще был разряженный револьвер? Так вообще даже не поймешь, разряженный он или заряженный. Тогда мне в 5 раз жалко тратить на обычную бабу патроны из винтовочки.
Тем более, что я его проканал, и еще к тому же, что меня убили. Да-да-да, заставка, где расчленяют какого-то пацана. Не очень интересно. Но если сейчас не получится, то наверное, пойдем из этого дома, потому что патронов и так уже осталось мало. Музыки осталось мало. Помню, такая песня была. Так-так-так. Баба? Да ты смотри, какая она. Она делает два комбо-удара. Подряд. То есть, практически у меня нет шансов. Ну нафиг, короче, с этими бабами. С бабами лучше не разговаривать, ребят. От баб лучше уходить. И сейчас бакалавр нам продемонстрирует, как это можно сделать очень быстро. Смотрите. Баба? Не слышал. Так, все, окей. Короче, это, интересно, тоже пацан, которого мы ограбили или нет? Обмен, бродяга. Ага, пошел он. Так, основной квест, я так понимаю. Кто такая нахрен Айян? Кто это? Кто это? Айян. Скажите мне, кто такая Айян, ребят? Пожалуйста, напишите. Я не знаю, честно. Айян или... Это, наверное, инквизитор, да? А, Айян это рабыня. Точно, точно, точно. Я вообще-то ее называл не Айян, а грязная шлюха, которая должна выполнять все мои желания. Ну, видимо, ей другое имя уже успели дать, ладно. Ладно, пусть будет и так. Вообще-то я должен выбирать имена рабыням, они не должны сами себе имена придумывать. Что за бред? Игра в этом смысле совершенно не... проработано и оставляет желать лучшего. О боже, нет. Отстань от меня, не трогай меня. Гадина. Так. Тварь. Какой у нас там last save был? Ага, ну давайте лучше сохранимся. Назови рабыню Валера. Че за странные фантазии у вас, ребят? Реально. Я думаю, что я странный, но вот... Это уж тем более. Так, ладно. Ну тогда давайте пойдем домой, что ли? Тем более, что именно там мы сможем проверить кровь и все свои дела сделать. Улетай. Улетай, туча. Улетай. Пошла вон. Глупая туча. Так, окей, окей. Сейчас мы пройдем через отболевший район. А в отболевшем районе нам... Ничего не страшно. Ну, кроме гопников и пацанов, которые кидаются всякой херней. Опять дети плачут. Заодно можно, кстати, и поспать. Кто нашу рабыню назвал Айян? Я ее не называл Айян. Если бы я хоть как-то ее и называл, то точно бы не Айян. Уж поверьте мне, ребят. Ах ты, гадина. Крыса, а? Крыса, она и в Африке крыса, блин. Так. Покушала нас немножко. Ну, ничего страшного. Так. Зайдем, посмотрим, что есть покушать у тебя. Наносит незначительно. Так, сначала надо что-нибудь ему двинуть, потому что...
всякого говна накопилось, знаете ли. Прошу прощения. Так. Неомицин убивает микробы. Давайте одну такую. Одну синенькую, одну красненькую. Зверните. Да, я понимаю, что можно там у детей выменить, можно там выменить вообще у детей героин, но, знаете, еще письмо. В общем, приглашает нас на чашку кофе наш инквизитор. Ой, секунду, чувак. Куда побежал-то? 5. Спасибо. Да, это главный квест, там, с инквизитором. Инквизитор вообще уже начал... Он понял. Она, точнее, поняла, что можно использовать нас по полной. Глупенький докторишка ни о чем не догадается о ее тайных планах. Ну, а мы... как дураки должны выполнять этот главный квест. В ином случае мы провалим квест дня и придется проходить уровень практически сначала. Так. Ну что там, опять у нас потасовочка опять. Проиграл опять чувак битву. Очень жаль. Ну, сложно. Сложно бороться с четырьмя людьми одновременно. Я его за это не виню. Так. Куда же нам надо-то? Нам нужно к нам домой. Но я вот думаю, как нам лучше пройти до туда. Наверное, лучше сейчас будет свернуть. Так. Отлично. Да. ХП чуть не очень много осталось. Ё-моё. Какого хрена? Такой беспредел вообще творится. На улице, я бы вам сказал, ребят. Просто полный беспредел. А вот, кстати, девочка. Привет. Посмотрим, что у тебя... Блин, да ну тебя нафиг. Ты мне все из настроения испортила. У тебя ничего нету. Какого хрена? Крыса.
еще одну крысу. Да, блин. Как же меня эти крысы бесят, реально, ребят. Даже мой лучше, чем крыса. О боже. Целых два призрака. Посмотрите. Офигеть. Они бы как бы... Хотя бы, не знаю, сбалансировали бы, что ли, это дело все. Ладно, неважно. Так. Это что за дерьмо? А, это же собакоголовый из этих. Из многогранника, да? Да. Что они тут делают? Привет. Что ж мою рабыню-то обложили? Ну, кота. Какая милая девушка. Приласкала, поговорила. Не одобряют? Ведь когда дети с кладом общаются. Запретный плод, он сладок. Да что еще за делегация? Так, насчет этого мы поговорим с капеллой, немножко побольше. Ну а теперь свалите из моего дома. Не трогайте мою рабыню, пока меня нет. Да-да, проверь кровь, окей. О боже, что это? Я не верю это. Это... Что делает... Горбачев в крови этого человека. Я не понимаю. Такого не может быть. Горбачев в крови, это же... Надо рассказать об этом Гаруспику. Так. Так, я так понимаю, квест не выполнил. Что мне надо сделать? Намешать тут еще своей крови, потом добавить шоколадное молоко и перемешать? Я не понимаю. По-моему, да, по-моему, все.
Сейчас надо возвращаться к Гаруспику. Передать ему привет. Да, точно, надо место еще в инвентаре освободить. Забыл, где мой ящик. Вот. Тут же наркоты дофига всякой. Так, только бы никто не прознал. Ха. Да мне, в принципе, скидывать-то ничего не надо. Посмотрим, что за экстракт, кстати. Может, он что-нибудь хорошее делает? А, иммунитет повышает, да? Да, иммунитет вообще практически до конца практически до конца увеличивает иммунитет. Так, нам нужно сейчас немножко поспать, потому что ни хп, ни здоровья у нас не осталось. Мне нужно посмотреть сейчас, сколько время у нас. 1:30. Мне нужно делать еще основной квест. Дайте-ка подумать. Ну, я думаю, 3 часа-то можно поспать. Опс, я выбросил тут кое-что. Кстати, я забыл одежду снять. Вот теперь точно можно спать. Вы что, все еще здесь? Ну выдаёте, ребят. Кстати, здоровье практически не восстановилось. Ну ничего, у меня есть бинты волшебные, которые просто исцеляют любого. Вот так вот. Все. Все. Теперь нам... О! Привет. Теперь нам нужно выполнять квесты основные. Понятно. Гаруспик опять шлет свои письма. На 56 страниц. Бумагу бы пожалел хотя бы. Все равно его бред никто не читает. Так. Идем в собор, короче. Улетай. Какие-то непонятливые заразы бывают. Если я не двигаюсь, то, конечно, я не буду двигаться. Почему бы сразу не улететь? О, боже. Все как гадость тут летает. Вообще опасно тут одеваться, потому что в любой момент может прилететь какая-нибудь зараза. И логически заразить меня. Почему бы и нет? Вот смотрите, сразу двое. Бах! Привет, Гаруспик. Ты вылечишь нас? Нет, я вас лечить не буду, ребят. Улетайте отсюда. Спасибо. Так. Что там у нас? По-моему, в пистолете патроны точно кончились. Ага. Окей, сохраняемся. Немного же времени. Первая часть игры закончилась, Богданковский. Ну, не знаю.
есть извечно предопределенный провидением порядок, благодаря которому все идет как положено по заранее предначертанному пути. Окей, так, ну что, метку нам не дает, значит, придется квест-лог. Младший Влад. Окей, нам как раз к нему, кстати, и надо все-таки завершить наш квест. Взяли. Надеюсь, он нам что-нибудь вкусненькое даст. Ну а потом мы начнем его разоблачать. Просто разоблачать человека. Посмотрим, что он нам скажет. Ну, надеюсь, что он раскроет все тайны и подкинет нам золотишко, потому что денег у меня уже почти не осталось. О, кстати, я иголку нашел. Очень полезно. Довольно-таки вовремя. Так. Так, ну что здесь? Супер. Так. У нас, по-моему, закончилось натворное, так что... Давайте немножко у него купим. Давайте все скупим, у меня дофига этой фигни. Так, вот так вот. Супер. Так. Ага, Влад живет недалеко. Сколько время-то, кстати? Уже 20:15. Не здорово, не здорово. До конца дня всего 4 часа. Так, о, патроны, то, что мне нужно. Так, этот орех тебе не нужен, братья. Супер. Да я знаю, что направо. Там был пацан, у которого были патроны. Я не мог пройти мимо. Ребят. Вы же тоже играли в эту игру. Тут нужно каждого спрашивать. Покупать всякие полотенца, чтобы не умереть. Один из важных моментов. Я все понимаю.
Не, ну время-то не ждет. Понятно. Сколько времени, кстати? Угу, понятно. Беда со временем. Очень уж много мы потратили. Скорее всего, даже побочные не успеем выполнить. О, это что за дерьмо? По-моему, он раньше был не завален. Вы слышали? Завтра здесь будут военные. Почему вы? Мне кажется, что логичнее было бы не ходить до этой спины, а просто бы достать Валеру. Потому что если бы Валера, Валера бы разобрался. Ну, ладно, придется идти вот таким вот путем. А, да, точно, нужно же квест выполнить. Я забыл про него. Но он же нам больше не бро, поэтому я решил, что... Не говорите, что вы этого не ждали. Это тот пацан, который в этом был, да? В театре. Что ж, я надеюсь, что нам хватит времени посетить всех людей и выполнить все квесты. Правда, я вот очень-очень сильно сомневаюсь в этом. Так, ну ладно. Так, аккуратно. Забыл. А, да, точно, к Аспине идем. Аспина, Аспина, Аспина. Ночная бабочка, ну кто же виноват? Не, ну, я бы хотел, чтобы она была ночной бабушкой. Ну, не знаю, как вы. Бабочкой, не бабушкой. Хотя, бабушкой тоже прикольно быть, наверное.
Так. Да, я реально хочу записать диск, а потом распространять его по iTunes. Ты что делаешь-то? Так. Крючок сколько? Один стоит. Это сколько? Два. Супер. Только без крючка тебе. Так вот. Хе-хе. Обманул наивную девочку. Патрон-то подешевле, чем браслет стоит. Да я смотрю в чат, вы не волнуйтесь, ребят, у меня один глаз в море, другой в чате. Жаль, что у людей обычно никаких хороших товаров нет. О, кстати. Нам нужно вмешаться. Отекатина. Да иди сюда. Да ты гад! Смотрите, ему повезло в этот раз. Ах ты гадина. Давай, давай. О. Нормально. Четкий удар был. Супер. Ну, немножко мне снял ХП. Не очень страшно. Он же не успел этого, да, обокрасть еще? Ха-ха, дурак. Дурак 80 уровня. Так, посмотрим, что у него есть на обмен. Может быть, ему даст что-нибудь двинуть. 2, 3 и 4. Трон стоит 2. Эту фигню ему двинем. А, подожди, это же 2 стоит точно. Да вот эту, чтобы в инвентаре не залеживалось. Да-да-да, времени мало. Но что я могу сделать? Не могу. Да не, все, все, ребят, больше не будем отвлекаться на этих пацанов. Сейчас выполним квест, сколько время? 21.08. У нас еще 4 часа. Еще 4 часа. Нет, 3 часа. Да, 3 часа. Что-то. Ну тогда нам нужно вообще торопиться. Очень быстро выполнять основной квест. Была бы у нас машина какая-нибудь. Ну или велосипед хотя бы. Блин, не то место. Велосипед, ну или мотоцикл. Я бы от мотоцикла тоже не отказался бы. Ёп. Да ты гадина, ну как это так? Это не зараженный район. А, не зараженный. Пфф. Окей. Идем сюда, короче. Спина, ты где? Ты где? Иди сюда. Я с тобой переговорю. Инквизитор-то продолжает свою страшную жатву. Она хоть красива? Куколка. Прошу меня
простить великодушно. Нужно было опять же отлучиться буквально на секунду. Итак, значит, Аспина. Ну и сука, всех к ногтю прижала. И откуда что берется? О том, что он приказал закрыть термитник. Ага, вот кто приказал закрыть термитник. Все понятно. Он скрыл правду от отца. Неожиданно. Ну, а как же? Ты смотри, он сын-то верный. Кладшего Владу. Да, тут не хватает музыки из Бенни Хилла, ребят. Что мы ходим туда, обратно. И мне кажется, что после этого Влад нас пошлет еще куда-нибудь. Потом еще и еще. И так мы будем, мне кажется, до конца дня ходить. Сколько времени? 21-26. Ну, нормально, нормально. Пока идем. Если никаких тварей нам не скажет, уважаемый наш инквизитор, сказать, то в принципе можем и уложиться. Иди в термитик. Зачем мне идти в термитик, ребят, объясните. Влад меня пошлет? Окей, что мне делать, если Влад меня пошлет? Окей, поехали в термитник тогда. Наверное, к этому, да? Все там будет. Все там есть. Да, отлично. Отличная отговорка. Все там есть. Вот я вижу уши, крылья. Все там есть. Так. О, ты-то откуда взялся? Черт бы тебя побрал. Если я тут еще, блин, выживу. Если я тут выживу, потому что тут пацан у меня неприятный. Что он тут делает? Точнее, что он там делал? Я не понял. Мне его не обойти. Гнусный ублюдок. Подлый грязный ублюдок. Я ж его умотаю. Но мне единственный шанс его победить, это подойти в упор и стрельнуть из винтовки просто. Вот. До того, как он кинет свой коктейль Молотова. А, не попал. А у него самонаводящиеся бутылки. Самонаводящиеся бутылки в мору топит. Это замечательная вещь, ребят.
Замещать. Так, надо бы как-нибудь или обойти, или... Ну... Как я пробегу? Бакалавр-то не умеет бегать, ребята. Что делать? Что делать? Смотрите, я бакалавр, ба-ба-бам, бегу по улице, сдавать анализы, смотреть на там всяких... всякую кровь. Тут меня уже призрак нахилял на пол хп. Я скоро сдохну. Замечательно. Иммунитет он мне тоже убил. Замечательно. И еще одна тварь. Ну окей. Бакалавр скучнейший человек на свете. Вместо того, чтобы использовать свой пистолет по назначению, он использует его... Блин, не по назначению. Ну и пофиг на иммунитет, на инфекцию. Потом все восстановлю дома, если чем. Так, голод нормально. Иммунитет, только инфекция. Ну, пофиг на инфекцию. Если инфекция не на максималке, то по большому счету не на пофиг. Только ножом бы он мне не попал, и было бы вообще все супер. Да, скорее всего, не попал. Да потом таблетки приму. Таблетки выпил. Так. Сохраняемся. Так. Че бежишь ты на меня, бешеный? Оказывается, черви нас боятся, так что бояться червей логично не стоит. Выспаться сегодня нужно. Винда мне какую-то панацею. О, круто, она полностью излечивает от инфекции. В натуре класс. Четко. Пройти игру без заражения реально за всех, если не считать скриптового заряжения за бакалавра в начале игры. Это чё, и ачивмент дают, что ли? Зачем это надо, без заражения? Смысл как раз-таки в том, что заражение, как мне кажется, добавляет дополнительный RPG-элемент. То есть вам помимо голода, усталости, здоровья и что там еще есть... Ну и все, голод, усталость и здоровье, вам нужно еще следить и за своей болезнью, за иммунитетом. То есть, по сути, бакалавр-то не умирает от инфекции, но если вы не будете за ним следить, чистить зубы по утрам, там, не знаю, ковыряться в носу, то тогда начнутся у вас большие проблемы. Так, он на третьем этаже, мне сказали. Так, третий этаж. Ну что ж, попробуем поискать. Надеюсь, что это не он лежит, директор. Надеюсь, я никого не разбудил. Такая скромная шутка юмора. Конечно, я никого не разбужу, потому что эти все люди мертвы. Я и говорю, это ачивка. Ачивка 5000 геймер поинтов можно получить. Так, похоже, он не здесь. Зачем тогда этот коридор так освещен? А, там будет дверь, окей. А, вот дверь, точно. Так. Что-то
Тут все люди на одно лицо. Кроме этой девочки, если это девочка. Беда бедой беду затыкай. Беда беда? Так это же мои слова. Ты украл мои слова. Беда беда. Я все-все вижу. Отправить девочку на кухню, а сам вроде термитником. Да. Это интересно. Короче, надо Влада. Да. Погоди. Те-ка. Быть еще что-нибудь она нам сказала бы. Так, аккуратно, аккуратно. Вызванная тетя взялась за бойню? Добра из этого не выйдет. Странно, что мне нужно идти к старшему Владу, ведь младший Влад их всех сюда запер, и именно он нам нужен. Ну ладно, ребят, я с вами спорить не буду. Идем к старшему Владу, но перед этим мы сделаем сейв, потому что времени у нас не так уж и много, насколько могу понять, насколько я понимаю, по крайней мере. Поэтому нам... Поэтому нам, скорее всего, не получится добраться до двух мест одновременно. Ну, давайте к старшему тогда пройдем. Да, привет, привет всем, кто подключился. Вот, с вами по-прежнему Brain First, мы продолжаем проходить Муротопию. Вот. Так, младший не нужен. Ну окей, идем к старшему. Ну, сходим к старшему, если не поможет, то идем к младшему. Все логично, ребят. Все логично и очень-очень просто. Ладно, драться не будем, я пообещал, все, драться не будем, хотя я очень хотел вступить в драку. Так, нам сюда, потом сюда. О, черт. Блин. Дерьмо. Ну, всегда можно убежать. Так. Да я вообще бегу-то.
Ну, хотя все правильно. Да, Муротопия такой мор. Что это? А, да, наскопник так гнал. Черт. Нехорошо. Я просто удивился и остановился, увидев мясника. Я никогда не видел, чтобы мясники ходили просто так по улице. О, у нас, кстати, салют. Запустили. Молодцы, ребята. Какой-то праздник у них, видимо. Непонятный. Так, возвращаемся. Здоровье, голод, иммунитет и инфекция. Все плохо у бакалавра, все плохо. Беда, беда. Но на самом деле не очень-то и страшно. Да, это будет жесть, если гопники станут мумиями. Гопники мумии, представляете? Да и чтоб вас всех... Так. Да, иди, иди, разберись. Там два гопника, крыса и один этот пироман. Разбирайся с ними сами. Не, они надоели. И у меня нет времени. О, вы видите, что там было? Помогите. Помогите кто-нибудь. О боже, там еще гопник. Но этот вроде отвлекся. О, они отстали. Фу. Черт, там пироманы. Ну, сохранимся на всякий случай, потому что этот пироман может быть жесткий. Так. Так, 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 так. Сейчас я продумаю свой маршрут. Ага. Время 22. Скажите, что 22. Черт! У нас остался один час. Мы не успеем сделать основной квест, скорее всего. Нужно больше времени, чтобы сделать этот квест. Сейчас налево. Да. Отвали, тупая зараза. Что это было? О боже, мне непонятно, кто убил вообще. Скорее всего, мне гопник кинул нож. Это один из таких самых вероятных вариантов. Да, я знаю, что на карте времени не идет, но...
бросай меня в нож. Не бросай. Черт бы тебя побрал, кусок ты говёного дерьма. Они еще ножи бросаются, у них есть свой нож, и они еще бросают от ним. У них сколько ножей-то. И вообще, эти гопники, эти... это... мрази. Вот... реально. Тварь. Фу, пролетел мимо. Yes. Так, Альминский, добрый вечер, бла-бла-бла. Теперь иди сюда. Так. За что я наказан такими детьми? Все? Теперь куда? Обратно к... теперь, видимо, нужны... Кто такая Тая? А, это, наверное... О, боже мой. Пропусти меня. У меня время заканчивается. Тупая крыса, это мне тоже не нужно. Ну, кстати, да, если стрейфиться и бежать вот так вот, по-моему, мне кажется, быстрее. Так. Со звуком все нормально вроде бы. Я вот так посматриваю. Если у вас, ребят, какие-то проблемы там со звуком или с видео, не дай бог, то вы обязательно скажите мне. Время уже очень мало. Я думаю, в районе 23:30 сейчас время. Ха-ха, четко. Если это последнее, что нужно сделать, то... в принципе, мы успеем. Черт. Мне опять какая-то зараза попала. Может, я от болезни загнулся, я на самом деле не видел, что меня убило. В натуре класс. Так. Что-то где-то далеко был last save. Ну ладно, ну сейчас очень далеко. Я что, не сохранился? О боже, ну ладно. Я, видимо, так увлекся с этим Альминским, что не сохранился. Ну ладно. Неважно. Черт, ты в твари. Ну ладно, ничего, на самом деле страшного не произошло. Мы сейчас даже еще больше времени сэкономим, хотя бы 2 минутки. Потому что я там немножко потерялся. Кое-где застрял, и если мы сейчас еще быстрее пробежимся, то сэкономим парочку лишних минут. Такая ты гребаный ублюдок. Как же я тебя ненавижу. Мало того, что я тебя ненавижу, тебя ненавидит бакалавр, тебя ненавидят все люди, которые смотрят этот стрим.
И тебя ненавидит сам Бог, так что, я не знаю, испарись, пожалуйста, ну или хотя бы не попадай в меня своим вонючим ножом. Да, как бы красиво смотрелся Морд на движке Frostbite 2. Тогда бы многие люди сыграли в него. Я уверен просто в этом. Сейчас надо стрейфиться. Промахнулся. А, дурак. Дурак. Дурак, 80 уровня. Так, иди сюда. Что? Бла-бла-бла. Идем сюда, F5. И бежим, бежим, ребята, бежим быстрее. Так. Черт. Опять приход. Мне кажется, в прошлый раз меня этот пироман убил. Потому что уж очень... похоже на его почерк. Кто там меня опять решил на меня напасть? Но это не важно. Да, время поджимает, время поджимает. Но мы, кстати, сэкономили целых 4 минуты. Они могут сыграть свою роль. Так, прямо. Что здесь проститутки делают? Так. Неважно. Притворимся, что я этого не видел. Так. Работает. Да, логично. Ай-яй-яй-яй, беда. Беда, беда. Упс. Дружинники, чем вы вообще нахрен занимаетесь? Вы мне ни хера не помогаете. Мне пофиг. Реально, сейчас вот иммунитет не слышал. Вот реально, какой иммунитет, что? Понятно, что нужно отступить назад, но у меня нет времени отступать назад, ребят. Да, были бы тут перекаты, и проблем бы с этим гопником, я думаю, не возникло бы. О! Фига. Кстати, если нам показывают верную камеру, то бакалавр просто сальто какое-то непонятное делает. Просто вокруг себя, по-моему, перепрыгивает, переворачивается. В воздухе причем. Ну, слава богу, хотя бы так.
Да откуда же вы беретесь-то, уроды, вы вонючие, а? Откуда? А вы-то что сидите? Идите, сделайте что-нибудь, я не знаю. Так, ладно. Теперь нам нужно на третий этаж. Третий этаж. Он так точно такой же, кстати, как и второй, только третий. Если вы не знали, ребят, я вам это напоминаю. Да времени мало, скорее всего, не успею сделать, и квест провалится. Осталось 15 минут. То есть мне, по сути, еще одно место нужно. А Клара-то за день на целую голову выросла. Так-то. Так, мне нужно сейчас в бойне, да? Отсюда можно в бойне попасть? Сразу направо до упора, окей. Вот они бойни, да? Чё, заставка? Наступила ночь. Дела этого дня, требующие непременного завершения, были выполнены ценой жизни нескольких приближенных. О, боже! Маски разыгрывают в театре пантомиму о том, что было сделано в этот день. Это что? О-хо-хо! Что это? Мы выполнили и не выполнили квест или что? Что это? Похоже, мы не успели. По-моему, сделали квест. Не, по-моему, выполнен квест был. Или нет? Кто-то заболел, что ли? Андрей Стаматин. Он, видимо, заболел. Остальное все нормально, в принципе. В принципе, всех остальных все хорошо. Ну и ничего. Андрея я даже не видел ни разу. Единственный раз, когда я видел Андрея, это когда он
на болоте спасал нашу старую подругу. Больше он ничем не занимается. Нафиг он мне нужен. Будь моя воля, я бы и сам его пристрелил. Так что он нам нахрен не нужен для этих всех квестов. Так что все супер. Вот. Ну что, продолжим мы, наверное, в следующий раз, потому что время у нас уже поджимает. Видимо, 9-й день начнется не в нашем доме, а в доме вот этого странного человека. Ведь есть целители и кроме тебя. Да, да, есть. Потом я, конечно, это вылечу. Я просто думал, что игра вообще просто закончится. Ну, оказывается, вообще можно забить на квест дня, пусть все болеют, и так будет даже правильнее, ребят. Ладно, спасибо всем за помощь в прохождении. Я надеюсь, вам очень-очень понравился этот выпуск. Да, не успели сделать квест. Ну, ничего страшного. Это Морутопия. Здесь может произойти все, что угодно. И только от вас зависит, что же произойдет. Вот. Так что посмотрим, что будет на 9-й день. Ну и все, ребят. Квест, точнее, какой квест? Я уже все путаю. Стрим я выложу в ближайшие дни, так что не забывайте посматривать иногда на мой канал youtube.com/brainfirst. Все новое появится там своевременно, так что. Ну а с вами мы прощаемся до следующей недели. С вами был, как обычно, Brain First. Всем удачи. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем, кто посмотрел. Удачи и пока.